Всем привет! Меня зовут Костя Павлов, и это очередное вскрытие шоу-рубрика программ, как хотите называйте, но прежде чем ее начать, хочу сказать вам, что вот эти вот ребята, вот здесь вот видео будет, аннотация, переходите, нарисовали меня. И я, в общем-то, естественно, как нормальный человек, как нормальный видеоблогер, решил помочь им. Перейдите, посмотрите, если вам понравилось, подпишитесь. Ссылка также на их видео находится в описании. Ну а мы приступаем. Сегодня у нас, как обычно, три будет вот таких вот сюрприз-боксы. И я не зря вот так вот делаю, потому что вот этот сюрприз-бокс почему-то очень тяжелый. Я не знаю, что там лежит. Прям, ну, тяжеленно. Может, сковородка квадратная. Ну и, конечно же, напоследок вскроем самую большую карабульку. А начнем сегодня вот с этого. Итак, что же у нас тут такое? Я так полагаю, если мы сделаем вот так вот, то она, как обычно, не откроется. Да что ж такое-то, ё-моё, а? Эх, ну придется делать интригу. Интрига за счет вот таких вот завязочек. Так, наш сюрприз-бокс поддался нам, и мы продолжаем вскрытие. Опа! 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 И это как... Я не знаю, что это такое. А, это кубик Рубика? Да ладно. Кубик Рубика? Мы что, сегодня будем играть, что ли, в кубик Рубика? Смотрите, какая у нас штучечка попалась. Кубик Рубика. Так. Мы ее пытаемся... Хм. Не так все просто. Так, в карабульке тут есть провода. Я так понимаю, они нам как раз-таки и понадобятся, чтобы подключить эту колоночку к нашему ноутбуку. Так. Кнопочка «On» включаем. Отсюда должен быть звук. И врубаем музычку. А у нас на подходе второе на сегодня вскрытие, и это будет очень тяжелый сюрприз-бокс. Я серьезно не знаю, что там такое. И вообще, по-моему, впервые такой тяжеленный маленький коробка, если можно так сказать, а нельзя так говорить. Вот, но мы посмотрим, что там. А пока я открываю, я хочу объяснить вам, что сайт сюрприз-бокс работает очень просто. Вы заказываете там любой подарок для себя или для кого-то. Вам приходит на определенную сумму этот подарок, и ни вы, ни получатель не знают, что же там находится. А вот мы сейчас узнаем, что там находится. Ну, не знаю, вот какая-то вот такая вот оранжевенькая штучка. Что это такое? Вообще не представляю. Может быть, домино, я не знаю. Давайте попробуем поразгадать. Может, домино, может быть, какие-нибудь инструменты домашние, знаете, там, для дома, чтобы можно было что-то сделать. Так, так. Тут написано «Сделай дома». Нужен только сахар, леденец на палочке. Ого. Итак, нужен только сахар, пишут. Так, открываем. Слушайте, ну реально, вот в детстве, я помню, у нас были, по-моему, такие вот, если я не ошибаюсь, в Сибири, откуда я, собственно, родом, мы делали вот прям вот реально вот такие вот были здоровые чугунные штуковины, вот поэтому она и тяжеленная такая. И здесь слоники, всякие рыбки, петушки и зайчики. Так, ну ладно, так, это вот есть, значит. Дальше что у нас здесь есть? А, это чтобы формочки закрепить. А вот они, собственно говоря, сами палочки, да, чтобы... Ой, извиняюсь. Сами палочки, чтобы это все сделать. И наверняка есть описание того, как это все делать. Ой, давайте
попробуем все сделать как есть. Итак, способ приготовления. 200 грамм сахара залить водой в количестве 80 миллиметров примерно. При тщательном перемешивании нагреть полученную массу на медленном огне до кипения. Лучше использовать рассекатель. Не допускать пригорания и снимать пенку. Как только пенка снята, добавить в массу 0,1 грамма кончика ножа лимонной кислоты или чайную ложку лимонного сока. И далее, не перемешивая, довести массу до готовности. Масса готова, если капли кипящего раствора, влетая в холодную воду, образуют твердый и не рассыпающийся кусочек. Смазать форму растительным маслом, горячую массу разлить в гнезда, собранные скрепкой, вот, и оставить охлаждаться. В застывшую массу вставить палочку. После полного застывания снять зажимы, раскрыть форму и вынуть готовые леденцы. В общем, вот такая вот штука у нас получилась, как обычно. Нифига у нас не получается из-за кривых рук. Ставим морозилку и идем открывать третье вскрытие. Ну что ж, последнее на сегодня вскрытие. Самую большую карабулечку, как обычно, мы оставили напоследок, чтобы узнать, что же там находится. А находится там не что иное, как... Я вот готов поспорить, что там внутри какая-то коробочка. Ну, соответственно, в коробочке уже что-то. Так, ну пока что все, что я вижу, это синенькое, беленькое и вот что-то пока что непонятное для меня. Открываем дальше. О, господи ты, боже ты мой, что это такое? Нет, серьезно, я что-то не понимаю. Что это за завитухи какие-то? Это что, конструктор какой-то или что это такое? Серьезно, я не понимаю. Честно, впервые я смотрю на картинку и... Ну, хотя, наверное, примерно представляю, что это можно, наверное, сделать что-то типа американских горок и пускать по ним шарик, что ли. В общем, давайте, короче, попробуем. Что это вообще такое? Первый уровень при том. Вскрытие продолжается, потому что нам же нужно до конца открыть... А, вот так надо ее открывать. До конца открыть коробку, инструкцию нафиг. Мы сами тут что, не разберемся, что ли, вот в этом во всем? Мы же не какие-то там дети. Разберемся. Это мы, короче, так вот соединяем, я так понимаю, да? Да, вот это вот с этим вот соединяем. Так, это вот соединяем вот с этим. Так. Так, дальше у нас тут какие-то, не знаю, что это такое, ну вот какие-то вот штуковины всякие, короче, такие вот. А, это мертвая петля, я так понимаю. Так, мертвая петля, так, есть. Это у нас трубочки и шарики, соответственно. Так, все сюда. Значит, мы можем вставить, вот, трубочки можем сюда вставить. О, здесь куча креплений, вообще дофигища просто всяких креплений. Блин, не зря, надолго так не все это делать. Так, ну мы не будем, конечно, здесь совсем что-то сложное делать, но такое что-нибудь сделаем по-простому, но хорошее, красивое, я надеюсь. Так, это можно, например, прицепить, да, вот так вот. Нет, не так, вот так вот. Кто смотрит всякие выпуски там вызова, знает, что я очень неусидчивый человек, и меня вот это, честно говоря, все как-то даже подбешивает. Я не знаю, как это все делать, это все работает, поэтому меня это все подбешивает, чтобы это вот все ставить кропотливо, значит, все это устанавливать. Ох, я все это не люблю, а. Так, какие-то у нас тут шланги. А с ними вообще что делать? Ё-моё! Я не понимаю, это, наверное, куда? Это вот куда? Серьезно? Кто мне пояснит, как это все делается-то? Наверное, придется чуть инструкцию посмотреть. А, вот это вот, типа, вот как-то сюда. Что ли? Не, я не понимаю, серьезно, люди. Как это все работает, короче говоря, а? Как? Ё-моё, тут еще куча деталей. Что с ними делать? Блин. Я не понимаю, ну должно, короче, получиться вот такое вот, типа, города вот такого. И там отпускаешь шарики, вот эти вот шарики, они так катаются красиво. На это у меня уйдет, короче, полдня минимум. Вот, я, короче, предлагаю, знаете чего? Я предлагаю разыграть вот эту вот коробку, и чтобы человек, прямо честно, который получит эту коробку, взял и все сделал и прислал видео нам, чтобы мы убедились, что он не просто выиграл эту коробку, ну и, короче говоря, еще и вот, все сделал. Давайте мы сейчас правила конкурса расскажем в конце.
Ну что ж, вот такое вот у нас сегодня получилось вскрытие. И ставьте лайки, если вам понравился клип. Ну, не знаю, по крайней мере, мы очень старались его сделать. Также хочется сказать, что я участвовал в конкурсе от Samsung, в битве даже от Samsung, в «Битва блогеров 2», где мы ездили на Бали, где мы участвовали в разных конкурсах. Вот, и я очень прошу проголосовать за меня. Все, что вам нужно, перейти по ссылке в описании, там найти строчечку миссии, там Костя Павлов, проголосовать за меня. Вот, и я надеюсь, я стану победителем. Все, спасибо вам большое за то, что вы смотрели вскрытие. Как я и обещал, сейчас мы попробуем разыграть ту самую коробочку, которая просто у меня ни сил, ни, так скажем, ни ума не хватило, как бы ее собрать. Я надеюсь, что у вас хватит. Все, что вам нужно сделать, это просто перейти на мою страницу ВК и репостнуть вот это вот видео. Вот, вы его репостнули и тем самым становитесь участником моего мини-конкурса. Собственно говоря, вот здесь вот адрес, я хочу заметить, новый адрес, который, на который вы должны присылать свои посылки там или какие-нибудь карабульки для вскрытия. Я их обязательно вскрою, мы с вами посмотрим, порадуемся, что у нас такие замечательные, хорошие зрители. Вот, ну а с вами был Костя Павлов, и всем пока!